Всем привет, это Quick, и мы начинаем пешку анатомины заново, еще разок. То есть я в прошлый раз снял где-то 4 дня назад или 5. Там не особо так получилось. Почти ничего такого не было. Кроме того, если шведы разгромили русских, больше ничего не было. Ладно, посмотрим, что сейчас получится. Пизу в Италию, на север Италии проезжаем, вроде, да, или нет, Пиза, ага, ну, в общем, это Италия, ладно, атакуем этот бандитус. Все лицо помазано от своей собственной крови. Что так лагает-то? Что здесь такого добавили в текстурах, что ты так начал лагать? Сцены переделанные. Вроде, но не оригинальные же. Да, даже здесь так. Это на север Италии, как мы видим, гвельфы, даже не знаю, кто это такие. Я обновил свою версию, теперь у меня вроде 57-я стала. Там так такой же фиксы, в принципе, фикс АИ самих этих лордов, еще что-то там такое. Ладно, зайдем к нему в Пизу. Зайдем в замок. Так, что-то у них флагов пустые, белые, как будто капитуляция. Наверх. Канцлер Республики Тосканы. Задание. Ну-ка. Что-то новенькое. Сегодня даже не переведены, ладно. Берем 10 человек в таверну. То есть какую таверну? Торговую площадь. Даем мы книжечку. Покупаем себе жатву. Пару булечек. Копченые рыбы, ладно, и нормально. Уходим. Старику, где
где же он находится? Непонятно, и где же он находится-то? Кто такие гибелины, кто такие гибелины? Хочу идти за котовый лад, даже не знаю за кого. Ну как тут одни говорят, мод за гибелинов против гибелинов. Ну, пойдем что ли? А, здесь все равно нельзя вмешиваться. Пойдем на грабителей. Или угры. Как я говорил вначале, лучше грабят именно грабители, так как они без лошадей, без лука. Я себе объясню, чего. Это вот тут оставят резерверы. Короче, в запасе оставим, если что. Дам атаку. Подожди, почему на жизни? А, ну да, я же был ранен. Тогда еще. Когда меня пытались покарать в кое-какое место, но я дал луком по башке, и тот сдох благополучно. Что-то у некоторых лица черные. Опять что тень не отображается. Оп. Да, они заняты походом на мою команду. Нет. Отлично, я их отлил. Ну давай-ка сюда. Потихоньку. Те пусть идут, их не так уж много, трое. Оп. Бьем, грабим грабителей. Оп. Нет, я не попал. Отлично, хедшотом. Ну, что так полагает? Что он же мне так лагает? Так, у меня поранили лошадь. 8 урона. Интересно, как мне будет лагать, когда у меня вообще будут большие бои. Там 100 на 100 человек. Конечно, здесь максимум 40 человек будет в бою у каждой стороны. Но это уже 80. А тут... Тут совсем немного. Вот, 11 на 5. Уже на 4 сам лагает. Надо не фрапсом записывать, а камтаси тогда уж. Я прям начну записывать на моем рабочем столе, и тогда буду переходить на игре сплавно. То есть камтаси там сколько... Меньше объем все-таки видео. Да и вроде бы не лагает даже в играх. Надо же, фрапс последней версии. 3, 4, 6 вроде. Так лагает. Не нужен. Это можно. Десяточка. Да, это тоже. Ботиночек нет? Нет. Ботиночек нет. Ладно. 111 динаров, то в принципе неплохо для начала. Так, тут уже 201. Дальше. Оп. Владение оружием. Ну, конечно, я прокачу одноручную. Можем зайти в Рим попешать. Интересно, он выдает больше денег, чем другие, или так же? Также там можно делать крестовый поход, только 90 тысяч планеты динариев. Это, конечно, очень много. Для начала игры точно. А куда? Папа. Папа куда-то уехал. Ладно. Вот он, папа, с одним глазом. Отлично. Выплатим ему налоги. Получим большую довольно-таки сумму. Все-таки Рим.
на всякий случай добровольцев и собираем налоги. Так, пятидневный сбор налогов совершен, там 9000, и на жителей даже не напали. Это, в принципе, понятно, город Римный очень богатый тогда, в то время был. Так что народу было... Бог на это. Почему? Почему турнир? Ну ладно, посмотрим с деньги папы. Вообще даже не дам ему денег, наверное. Интересно, а расстроится он насколько? Что такие войска мне сейчас нужны. Так, куда идти? На юг или на север? Пойдем-ка мы в Венецию. Прогуляемся. Интересно, там сцену самую Венецию сделали. Или как? Что такие? Что это такое? Куда? То ли они служники папской области, самого папы. То ли еще кто-то. На. Вот север. Нам не нужен. Я сейчас поеду на восток, к России. А, дезертиры. Ну-ну-ну. Блин, они лучники. Ладно. Проатакуем их. Снесем нахрен их бошки. И все что-нибудь сделаем. В общем, кто они? Лучники, понятно, но я не думаю, что они конники. Так, один лучник уже вперед. Лучник. Пошлю-ка я как он. А что ли? Даже не знаю. Ладно. Сейчас. Так как они лучники, а я нехорошо. Плоховато стреляю из арбалета, тем более. Если бы из лука, тогда ладно, может быть что-нибудь получилось, а из арбалета ничего особенного не получится. Что ж так проседает Фрапс? Что с игрой? Вот что? Что добавили? Текстур? Никаких добавили, не добавили. Сцены новые, конечно, и все. Да, ну, я даже не знаю, видеокарта у меня 450 GeForce. Да. Нет, я лучше сейчас продолжать съемку не буду, чувствую, это просто плохо, очень плохо, я же компта съел, буду снимать. Ладно, всем пока. Итак, я все-таки их победил. Уж. Надо. Я был прокачан аж на 2 уровня, это, конечно, то веселье. Что ж, что же у нас? Это первая помощь. Три. Грабитель лучше. Лучше грабителем прокачивать. Может, что-нибудь хорошее получится. Достанется. Оп. Ну ладно, тогда уж. Хотя нет, я лучше доеду до Венеции. Посмотрим, что у них там есть. Потом пойдем... Еще ли туда, на Венгрию. Потом оттуда уже к северу. В Россию. О, а тут турнир. Тут турнирчик. Ну, вряд ли у меня с таким фрапсом-то получится.
Нет, город эту сцену не сделали вроде. Обычный, да, обычный такой, обычная сцена, к сожалению. Ладно. Торговую, вот. Ибрейский меч. Продам-ка я этот. А нет, я продам еще вот это. За 1 динар. Нормально. Бронику. Да, вот такую нормандскую корону. А, я могу купить. Грубую нормандскую корону. Это как... Нет уж. Да это мы сэкономим. Толстая обувь. Толстую обувь мне, пожалуйста. Медицинский халатик. И... ржавый армат. Ну и пожалуйста, кольчужные перчаточки. То есть... Не-не-не-не, ну не, я не то хотел. Пошел в опочку. Да я... Куда я тебе говорю? Оружейник надо. Опять толстый щиток. Там прикрывать свое... То место, которое не прикрывается никогда. Нет. Да, нет, да, нет. Куплю-ка я сырок. Меня даже тут лагает. Что случилось? Я даже антивирус включил. Нет, лагает. Беру-ка я добровольцев. Ну... 1-2 FPS. Почему? Чё с компом? Чё с центральным процессором? Хотя все с центральным процессором это зависит. FPS в играх. Или от видеокарты. 3 человека. Уходим. Нет, это, конечно... Чё, я на отдых ещё послал? О-о-о... Чё-то так лагало. Да, вот... Вот так. Что ж... Дальше тогда я как-то всё в студии буду записывать. Пойдём-ка потом туда, да? В Венгрию. Посмотрим, что у них там есть. Выполняем квесты, чуть денег мне тогда будет все меньше и меньше. Меньше, меньше, меньше. Все пускай квесты таким цветом. В общем, так. Вот так. В Польшу. На Украину. Потом тысячу выполняю. Потом вот так. Потом вот так. Потом вот так. А потом армия и на всю Европу. Аж до Бристоля или до Лондона. А еще лучше до Лиссабона и Феса. Марракеша, естественно. Ладно, всем пока.